Короче, стоим в очереди за проездным. Сейчас. Пойдем узнаем, что тут происходит. Ребята, а у кого талончик можно взять за проезд? Не подскажете? А вы за талончиком стоите тут? Нет, я штраф. В смысле, какой тут? Тут штрафа нету. Тут, я не заехала. Тут же талончики выдают на проезд. Не штраф, и вас обманули. Да, я вам серьезно говорю. А талончики, у кого, ребят, можно взять талончики? Ну, талончик на проезд. Просто очередь стоит, я стою в очереди. В чергу. А вам тоже талончик дают? А можете мне быстрее дать, и я поеду дальше? А у кого можно талончик взять? А вы тоже в очереди стоите за талончиком? За каким талончиком? Ну, тут же проезд просто платный, и как бы... А, ну... да. А можете мне первому дать, девушке не давать, а я как бы... Мы по одному поедем. Ну, ко мне отдать. Можете? Будьте так любезны. И что, вот так вот серьезно вас так вот все повыстраивали? Ну, так получилось. А адвоката вам предлагали? Нет. Понял. Даже а не воспользов... прощают. А... Даже предупреждения не говорят, что нельзя. А воспользоваться всеми своими правами? Не дают. Говорят, нарушил. А вы рассматривали? Нет. А кто рассматривал? Где кто рассматривал? Вы рассматривали? Да, да. А адвокатом воспользоваться, как 268-я, 251-я статья КУПАП? Все предлагали человеку. Вам предлагали? Он обманывает, скажите, обманывает? Надо, не провоцируйте меня, пожалуйста. Молодой человек выполняет свою работу. Я нарушила, значит, должна заплатить. О, вот это вот, им вот это и нравится. Не, вообще. Что без боя сдается. Ну, послушайте, ну я же нарушила. Я попросила, чтобы меня... Я вам открою маленькую тайну. Вы знаете, что сюда под этот знак можно заезжать? Не знаю. Вот, видите? А вы говорите? Скажите, пожалуйста, сюда можно заезжать под этот знак? А дальше? А если я вам сейчас покажу обратно, вы скажете, что он обманщик? Я же говорю, человек может быть не согласен, жаловаться. Не-не-не-не-не, вы скажите, подождите, вот тут вам уже интересно. Я харьковский блогер, не переживайте, я людям помогаю. Вы просто спросите, так можно заезжать сюда или нет? А вы не давите, пожалуйста. А вы, пожалуйста, не давите. Она будет подписывать все. Нельзя заезжать сюда. Скажите вот честно, сюда можно заезжать или нельзя? А у каких выпадков? Нет, а если я девушке сейчас обратно? Можно для разгрузки, выгрузки заезжать. А еще? А еще? Здесь мышка эта. А еще? А еще? А еще? Продолжайте. Я сейчас просто покажу обратно. А если на парковку не пользуюсь? Давайте проще, я вам сейчас покажу обратно, что... И вы потом скажете человеку, а зачем вы меня обманываете, почему вы не сделали шинного законодательства. Просто мы уже боремся с этой ерундой очень долго и реально уже надоело. Я больше всего ненавижу, когда слабый пол, то бишь девушек, пытаются им рассказать и по наушам поездить, что кто тут прав, кто тут виноват. Вот вам, пожалуйста, прочитайте внимательно. И потом скажете. Если не распространяется движущийся по установленным маршрутам, это не я. На водителе с инвалидностью. А я вам что сказала? Я водитель с инвалидностью. Вон написано, водитель с инвалидностью. Видите? Ой. Ну, у вас есть удостоверение. Ой. Ой, а хотите, я вам бесплатно помогу обжаловать это постановление и привлечь этого данного человека? Я не хочу его привлечь, я хочу, чтобы он аннулировал. Он не аннулирует ее. Ну, потому что он не сможет. Ой, а у вас пенсионная есть. Ой-ой-ой. А как так, товарищ полицейский, а как все бичи разглянутые справу? Ой. Это пенсионная или это? За пенсионная. Ой-ой-ой. Я же вам сказала.
А как так получается? Так получается, розгляда справи не було. 268-го далі воспользоваться? Все далі. Да вам далі, вам зачитали ваші права і чим воспользоваться? Видите, вот так вот и попадают люди. Вот так вот это все происходит. Будьте отремонты. Давайте скасовывать, если вы неправильно меня оштрафовали. Ну вы признаете, что вы ошибку допустили? Что вы не всебично разглянули? Просто камера пишет, а в любом ролик в любом случае будет. Просто как бы уже есть какие-то рамки, есть какие-то не рамки. То бишь, смотрите, вы уже заведомо обвинили человека, вы не разглянули першу справу, вы не пояснили 268-му. Все пояснили, яке правопорушення, все пояснили. А ви задали вопрос, самый главный. Згідно знаку 3.2, сюди може заїжджати то-то, 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 то-то. Ви по цю категорію попадаєте? Вам це було сказано? Ні. Все, ви вже привзято віднесли к человеку. Все, инспектор, а можете представиться? Будьте так любезны. Вам представился он, кстати, посвящение показал? Я не знаю. Вот это зря. А знаете почему? Потому что многие люди не знают своих... Будьте так любезны, представьтесь. Удостоверение, да, все? Ну, видно третьего пункта 18 статьи. Я же вам говорила. Как я вовремя, ну почти вовремя приехал. Так, Лысенко Евгений Анатольевич. Все. Анатолий Евгеньевич. Как так получилось, что вы не всебично взяли справу и притягнули... Сейчас я узнаю, добре. Вы притягнули до ответственности особу, которая находится пенсионером. Друзья, вот вам еще банальный пример того, что на Никольском под знаком 3.2 стоят постоянно бобры, которые привлекают к ответственности людей, которые проезжают возле гребаного Никольского. Вот на данный момент девушка как бы чуть не поняла, что я ей рассказываю, а потом я ей кое-что показал, и вы, я так понял, поняли, да, что я вам показываю. И получилось, что она подпадает под эту категорию, которая может проехать под данный знак. И кажется, что человек, вам 268 зачитывали? Я не помню. Вот, первое. 251 зачитывали? Я не помню. 63 зачитывали? Я не помню. Вот все. То бишь, получается как? Посмотрели ваше водительское посвящение, права на, документы на машину, и сказали, все, мы вас притягиваем до ответственности, правильно? Я понимаю, но я же вам тоже еще обратную точку зрения показал. Я же не подошел, не сказал, наказывайте. Я не говорю им, не штрафуйте. Я им просто... А вот если бы они перед знаком стояли, как вы думаете, вы бы заехали сюда бы? Я не видела знак. Нет, скажите, если бы они стояли там и вам сказали, сюда нельзя заезжать, вы бы сюда заехали? Вот видите, они этого не делают. Они где стоят? Вот тут, правильно. Вот еще раз у нас девушка едет. Мы сейчас и этой девушке поможем. Проблема возникла у полицейского, потому что незнание законов его тоже не освобождает от его же ответственности. Товарищ полицейский, давайте сюда Шинкаренко. Он же у вас ответственный за разнарядку. Пусть едет сюда и расскажет, как это нужно сделать. А я сказал, что мы девушке бесплатно предоставим адвоката и бесплатно начнем вас качать. Бесплатно. А вам нужно обязательно посмотреть YouTube-канал «Водос Харьков». Там много интересной информации. «Водос Харьков» – это мой канал. Да, «Водос Харьков». Сразу заходите. Так, что мы будем делать, инспектор? Удостоверение сейчас запишем и... Постанову скасуем. Ой. Ну вы же фотографировать его не можете, вы знаете об этом? Мне надо будет рапорт просто написать, серия номер. Смотрите, это не входит в ваши повноважения, это персональные данные человека, которые не имеют права попасть куда-либо.
Вы на свой личный телефон собираетесь фотографировать? Я фотографировать не собираюсь. Мне надо просто хотя бы на что-то сослаться, чтобы скасовать. Правильно? Смотрите, вы для этого... Смотрите, вам показывают сейчас посвечение. Вы его фотографируете? Я не фотографирую, я запишу. Можно на свой телефон личный? Ну, записать запишите. Спасибо. Ну, серия номер посвечения. А, серию номер посвечения запишите, пожалуйста. Фух, иди сюда, мой родненький. Как я за вами соскучился, родненький, просто. Подождите, это да. А? Вот. Да, это что значит, что вы не всебічно розглядаєте дану справу? Смотрите, чтобы вы скасували, потому что ей в дию придет постановление. Ну, сказали, что скасуют. С номерами обменяйтесь. Номер телефона не секретно, конечно. Вот. Друзья, вот это вот правильно. Но инспектор допустил глобальную ошибку, что вот так вот выписал постановление без розгляду справы. Девушка сомневалась во мне. Как это? А что сегодня одни дамы к вам сейчас, я не могу понять. Вы чего? Все, товарищ полицейский, мы вам благодарны. Вы будьте всегда внимательны. Спасибо. А вы, если это, знак тоже вешайте на машину. Чтобы я сказала. Я предупредила сразу. Так же это касается шипарков. Я сказала, сделайте мне предупреждение. Я инвалид. Смотрите, да, по этому знаку нет предупреждения. Если бы, да, если был бы значок, то я не могу сказать. Есть инвалид. Ой-ой-ой. Давай. А, ну оно перевернуто у вас тут. Оно вот он есть. Вот оно перевернутый просто. Да. Он перевернут. В салоне. Товарищ полицейский, ну это вы облажались, вы согласны? Не, ну если бы инвалид был где-то на стекле, все. Тогда оно должно все, быть, повесить, не было проблем. Все, она повесит, я все сам ей скажу, можно? Можно. Спасибо, конечно, большое. Друзья, как-то вот так это все происходит, ну вы сомневались во мне, да, я так понял? Ну, спасибо большое. Смотрите, мы никого не отмазываем, мы просто, чтобы было вот так просто вот как... Просто закон. Да. Я не говорю, что сюда нельзя ехать или можно. Они просто, вы понимаете, я заезжаю сюда, а у вас тут паровоз стоит. Паровоз. Почему я спросил, где билеты выдают? Вы стоите первой в очереди. Я думаю, так дайте мне первому. Вот. Друзья, обязательно нужно подписаться на канал. И у нас есть группа в Телеграме. Надзор Харьков. Вот. Все. Мы погнали дальше.